принципе, ничего нет невозможного для человека с интеллектом. Это женское дело. Всем здравствуйте, у микрофона Яна Буликашкина. Сегодня у меня в гостях руководитель сети женских фитнес-клубов «Монро» Рената Орлова. Рената, добрый день. Добрый день. Наступила осень, а значит, наступил сезон простуд, хандры. Все больше нам хочется быть дома, лежать на диване, смотреть телевизор. Рената, расскажите нам, как осенью поддерживать свою форму? Нужно ли нам заниматься больше и чаще? На самом деле, очень многие девчонки летом сокращают количество тренировок, потому что появляется больше прогулок, и, в принципе, нет такой нужды в кардиотренинге. Однако осенью мы реже находимся на улице, меньше ходим пешком, меньше у нас какого-то активного отдыха на улице. Соответственно, заниматься нужно дополнительно. То есть вот эта дополнительная кардиотренировка в неделю, ее лучше бы обратно вернуть как можно быстрее, чтобы не было какой-то хандры, пусть это будет какая-то нескучная тренировка. То есть можно попробовать, например, танцевальное направление. У нас в клубе это, естественно, классическая зумба, это восток, направление такое, как леди-стайл, наподобие стрип-пластики. У нас танцуют латину, девчонки прекрасные, заряженные, поэтому можно прийти и начать вот с таких кардиотренировок, на которые хочется идти, как на праздник. У нас девчонки на латину одевают туфли, юбки. Настроение себе очень создавать. Очень красиво, да, смотрится все. Естественно, на этих тренировках очень классная музыка, все это очень заряжает, и, опять же, приятно пойти потанцевать, да, это же как на танцы сходить. Да, настроение на самом деле, то есть совместить приятное с полезным. Да. Да, именно. Есть у нас также тренировка на батутах, когда просто можно забыть на эти 45 минут, где ты, что ты. Обо всём. И даже что осень на улице, время года и день недели на этой тренировке не имеют никакого значения. Вот, поэтому все равно же веселее провести время где-то, потанцевать, зарядиться энергией, чем провести это время за просто лежанием и ничего, так скажем, да, не деланием. А как вот избавиться от уныния? То есть как себя заставить пойти на тренировку в такое время года? Не надо заставлять. Мне очень хочется, чтобы у всех случилось вот это по любви. Набираем с собой кроссовочки, форму, ничего не забываем, все это берем с собой и идем туда, где всегда оранжевое настроение и где практически всегда лето. Отлично. Благодарю, Рената. Ну что ж, приглашайте на тренировки. Обязательно приходите на тренировки. Первая тренировка бесплатно. Номер для записи 222-004. Наши клубы располагаются в трех точках города. Это центр, район Театральной площади, Московская, 31. На Филейке это Ленинградская, 1А и Красноармейская, 82. Монро, Рассвет. Ждем вас. С нами была Рената Орлова, руководитель сети женских фитнес-клубов «Монро». Всего доброго. До свидания. Это женское дело.